Всем привет, дорогие мои зрители и гости моего канала. Сегодняшнее видео о расхламлении и уборке я хочу начать с небольшой зарядки, так как здоровье для нас все-таки самое главное, девочки и мальчики. Не забываем разминаться, если у нас есть хотя бы 5 минут. Сейчас я выключу музыку и хочу дать вам послушать звуки природы. Надеюсь, вам были слышны немножечко птички. Утром здесь просто потрясающе. А вот моя проблема с улитками. Ольга мне советовала посыпать песочком. Я сыпала песочком около корня. Они действительно по корням не залезали по началу, так сказать, растения. Но они у нас разводятся с какой-то нездоровой вообще скоростью. Вот умудрился выжать кабачок. Всего у нас, кажется, 5 кабачков получилось в этом году. Ну, в другом году нисколько я не сажала. И вот эти могут еще выжить, так что спасибо за совет, но они приползали со всех сторон. Вот у меня дети тут занялись пазлами. Сейчас мы позавтракаем. У нас очень простой завтрак. Вареная покупная свеколка и сосиска в микроволновке. Зато точно будут есть. И младшая, и я кушаем яйцо. Также до завтрака, где-то за полчаса, дети, как всегда, выпили свой любимый ацидобифилин. Вот такие сосисочки у нас. Итак, сегодня у меня расхламление вот этого буфета. Я стараюсь ничего не копить, девчонки. Я вообще натуральный минималист. И здесь запасов у меня вроде как нет, но они все равно есть. Вот полотенца, например. Зачем я их складываю целой стопкой сюда? Попробую сегодня разобрать эти 3 полочки. Мне кажется, там много лишнего, потому что я не пользуюсь какими-то вещами, и давно мы их не кушаем. Приступаю.
Последнее то, что вы видели, это пакетики печенья Мария, пряники, еще какие-то сладости. В общем, все в пакетиках. Мне точно нужны контейнеры здесь. На нижней полке у меня хранится чай обычный и чай ромашковый для детей. Какие-то трубочки, какие-то одноразовые вилочки от какой-то доширак. Зачем все это храню? Короче, все, что на всякий случай, по-моему, оно не пригождается. Вот так у меня получилось. Там коржи на гостей, гречка, специи, печенье. Здесь еще 3 упаковочки печенья открытые. А, там конфетки в конце. Мария любимая. Пряники. Конфетки на гостей скорее. Не достаю их. Справа мелькнул изюм. Зачем хранится, тоже непонятно, но выкидывать жалко, целый килограмм. И вот это самая рабочая полочка. Вроде бы все расхламило, вроде бы чисто. Посмотрите, у нас по ночам приходит мышка. Она явно чувствует запах конфет и печенья и хочет туда пробраться. Однажды было приоткрыто, и ей удалось получше прогрызть. Каждое утро здесь опилочки валяются. Вот такая у меня гостья. Но мышеловку как-то негуманно ставить. В общем, жалко мне ее. Пытаюсь просто убирать все на ночь. Я предложила ехать в лес погулять, и за грибами дети уже собрались. На улице прекраснейшая погода. Что-то типа 9 сентября, наверное, не уверена. Сегодня у нас, да вообще потерялась, кажется, у нас сегодня вторник. Да, вчера я вела урок, значит, сегодня вторник. Мы съездим за грибами. Сейчас уже, когда я озвучиваю, уже съездили, и на другом канале выложу прогулки на природе. Посмотрите, я нашла селфи-палку, она у меня уже год, я могла ей пользоваться. Как удобно, боже, это просто какое-то счастье. Правда, нужно было отвоевывать сегодня ее. Всех люблю, всех целую, пока-пока.